Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – пам'ять одного з самих відомих святих – святителя Миколая Чудотворця. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – настоятелем Свято-Миколаївської соборної церкви протоієрея Михайлом Бойко. Отець Михайло, здравствуйте. Здравствуйте. Отець Михайло. Итак, 19 декабря… Святая Православная Церковь наша совершает память самого любимого, не побоюсь этого слова, самого известного и самого, можно сказать, доброго святого Николая Чудотворца. Это действительно, потому что ее память из дней его еще земной жизни уже с того времени хранится до наших дней. Это тот святой, о котором знают все, и даже с детского возраста всегда детки ждут от святителя Николая подарочка. Отец Михаил, ну знаете, небольшая такая маленькая нестыковочка в чем? Мы знаем, что два Николы на год, Николай летний и Николай зимний, память которого мы будем совершать 19 декабря. Но, дорогие телезрители, 19 декабря – это, в принципе, такой веселый, хороший праздник, но на самом деле это день смерти святого. Отец Михаил, день смерти и одновременно радостный праздник. Вопрос стоит в том, что смерти является переходом человека с земного пребывания, временного пребывания, переход вечного пребывания. И если святой предстал перед Богом, он удостоится тех великих наград, которые заслужил. Угодил Господу в исполнении этих заповедей, которые были даны в Евангелии. Поэтому одно из названий святителя Николая – Никола Угодник. И он вознагражден Господом тем венцом справедливости и святости, который удостоился, живя в земном пребывании и содействуя не только лишь о спасении своей личной души, но также о многом содействии в спасении все окружающие, поскольку пример жизни и слова известен до наших дней. То есть день смерти – это не значит, что трагическая дата. На самом деле получается, что в православ-христианстве это переход и, ну, в какой-то, не знаю, так можно ли сказать, радость или не радость, но тем не менее это начало новой жизни. Это начало пребывания души человеческой в вечности и явление того, что церковь приобрела заступника своего, который является молитвенным ходатаем, теперь за земных, кто к нему с верой притекает, прося о помощи. Ведь каждый человек на земле грешен, и борясь со грехом, ведет борьбу за спасение своей души. Но те угодники Божии, которые уже удостоились, они тоже были в земном своем житии, испытывали те же искушения, но явились победителями греха в своем земном пребывании. И они являются нашими соратниками в деле спасения. Поэтому есть правило всегда обращаться к молитвенной просьбе к святым, в помощи и жизненных обстоятельств, и помощи также духовного своей борьбы, труде самосовершенствования человека как христианина. Если каждый человек перед Господом считает себя грешным, перед праведностью Божией, это и справедливо, но в святых мы видим своих помощников. Поэтому и больше всего традиция за помощью обращаться к святым, а пред Господом приносить покаяние и спрашивать прощения своих согрешений. Отец Михаил, скажите, пожалуйста, святителя Николая Чудотворца знают, наверное, во всем мире, да, телезрители? Ну, все знают святого Николая Чудотворца. А еще его называют Никола Угодник. Ну, во всяком случае, так в старину называли. Никола Угодник. Вот это слово «угодник», оно как-то не уменьшает достоинство святителя? Ни в коем случае, поскольку это русское название, которое подчеркивает то, что он уже на земле, будучи, угодил Господу. Ведь он воспринял слова призыва Божия «милосердие» ближайшим образом и призыв раздать свои имения нищим при жизни, когда он у своих родителей унаследовал наследие, он всем нуждающимся его же тут же и раздал. И при жизни явился такой любовь к всем нуждающимся, что люди не только лишь слово утешения его искали, но также реальной помощи он оказывал и многим. Ведь в то время, когда он еще пребывал в Малой Азии в III веке, сказания о нем уже были известны в V веке. И недалеко, пребывая в Патаре Мире, был обитель святого Сиона. Это то место, где первоначальные сказания о святителе уже были собирались.
Ведь его полное житие из предыдущих писаний и сказаний было составлено по повелению Константина Багрянородного императора Константинопольского. Он повелел Исидору Пелусиоту, что он собрал все описания, и он даровал тогда возможность то житие, которое сказали мы имеем до наших дней. Но до этого, в 8-7 веке, Андрей Крицкий также произносил похвальные слова в честь святителя Николая. И в 8 веке – это тот век, когда уже в церковной традиции было распространение литургического характера, песнопевческого творчества. Гермоген Патриарх, также Иоанн Дамаскин известный, составитель Актоиха, он описал службу и каноны похвалы святителю Николаю. То есть Николай Чудотворец, мы знаем, что это реальный человек, это святитель Мир Ликийский и епископ, да? Конечно, да. Нет, архиепископ. Ну да, архиепископ это... Мир Ликийских, да. Отец Михаил, то есть это реальный человек, который жил в свое время, который приставился, перешел в мир иной, и практически сразу началось его прославление. Ведь память людская хранит те благодарные моменты, которые действительно люди ощущают на своей жизни. Поэтому это является том действительным доказательством, которое проверила история в людской памяти, что святитель явился тем помощником и продолжает быть тем помощником до наших дней, благодаря которому сохраняется в людях память. Если брать во внимание, что его храмы присутствуют на всех материках. На всех? На всех материках, да. Даже в Японии, в Токио есть храм святителя Николая. И там малая японская православная церковь до сих пор прославляет этого воинника Божия. Даже в Японии? Наверное, нет уголка земли, где бы не стоял храм Святому Николаю Чудотворцу. Да, это один из святых, который известен действительно во всем мире. Отец Михаил, вот мы разобрали, что угодник – это абсолютно никак не умаляет достоинства, наоборот, это тот, кто угодил Богу. Еще одно название святителя – это чудотворец и скорый помощник. Почему чудотворец? Ведь те чудеса, помощь, которую он оказывал людям, люди понимали, что это... события, дарованные им с помощью Николая Угодника. Ведь и избавление от множества бед и несчастий, к нему обращались люди, прежде всего, спутники, как на водах, так и по суше. Он всегда был помощником всех трудностей, обстоятельств. И в жизни деятельности земледельческой всегда обращались к нему. Его считали заступником домашнего скота, который являлся многозначным в жизни земледеятеля. И вообще в жизненных обстоятельствах всегда обращались к Николаю Угоднику. Нету, наверное, такого православного дома, особенно здесь на Руси, который бы не было дома иконы святителя Николая. Конечно, эта икона есть во всем мире, в каждом храме. Отец Михаил, вы говорили о том, что при жизни житие святого Николая Чудотворца иллюстрируется огромными примерами и бесконечными делами милосердия. То есть именно милосердие – это необходимый дар, который стяжается и который имеет вес в глазах Бога. Ну, весь закон Божий состоит в любви, а и любовь – исполнение закона. И милосердие – это явление той любви в деле над человеком нуждаемся, который дает человек человеку. Вот история человечества на протяжении всей своей истории пестрит войнами, пестрит жестокостью, предательством, изменами, убийствами. И параллельно с этим идет христианское учение, которое говорит «не убий», «если тебя ударили по правой щеке, подставь левую». И многие считают, что христианство – это религия слабаков, потому что… Непротивление злу. Если не противишься злу, значит слабак. Ну, в всяком случае, надо признать, что зло только лишь порождает зло. И добро может остановить зло. Ведь человек, который пребывает во зле, он часто человек также пребывает в каком-то забвении. И не всегда свои действия могут быть правоверными. И даже взять само житие святителя Николая, он тоже жил очень тяжелое время. Он, его на долю выпало время с одним из самых больших гонений при императоре Диоклетиане. Это в 303 году был издан ему первый эдикт о запрете
собрали христианское, уничтожение всех христианских писаний. Потом последовали второй, третий, четвертый, который закончился повелением всех христиан садить в темнице, предавать мучениям. И тогда явились очень много исповедников и мучеников. Как была память в той великомученице Екатерины, завтра будет память великомученице Варвары. Это те же великогонники, целители, великомученик Пантелеймон. Они тоже погибли во времена гонения Диоклетиана. Если взять, то есть это современники Святого Николая? Это все современники Святого Николая. Сам святитель тоже был пленен в тюрьме. Но Господь спас его от мучения и смерти, потому что уже после того, как в 311 году был издан повеление о прекращении гонений на христиан, церковь осталась полностью разрушенная. Ведь пострадали множество христиан, и они были лишены всех своих гражданских прав и всех своих имуществ. И явилось очень большое количество осиротевших детей. И святитель Николай почему является помощником, воспитателем детей? Потому что он всю свою дальнейшую жизнь заботился об тех детях, осиротевших, которые остались в церкви. Большое количество детей нуждались в помощи, в воспитании, в защите. И он, как глава церкви, архиепископ Мирликийский, в первую очередь заботился о тех нуждающихся детях. Вот почему 19 декабря это все дети так ждут этого дня, потому что все готовят чулочки с подарками, которые обязательно принесет святой Николай. По вере вашей, конечно, друзья мои, да будет вам. Но все-таки хотелось бы не остаться без подарка от святого Николая. В всяком случае, для детей подарок – это вся радость. Это поощрение в его воспитании, это поощрение за те труды, которые ребенок заслуживает. И если в Западной Европе была традиция, что детки свои чулки и башмачки сушили у камина, то каждому ребенку в его чулок или башмачок, конечно, родители ложили подарочек. Поэтому считалось, что через камин святитель Николай дает деточкам подарки. И это вполне нормально и очень даже хорошо, что святой Николай вернулся в нашу жизнь, отец Михаил, потому что если раньше мы слушали от бабушек, от дедушек, как Никола Угодник, помоги, и мы знали множество примеров о его помощи и во время Великой Отечественной войны, да, наверное, каждый телезритель может вспомнить, если покопаться в своей жизни, помощь, обязательно она была, телезрители, вспомните, но тогда это как-то не говорилось, а теперь это говорится, и это уже это на государственном... Это говорилось только внутри семьи, ведь да. К пустому колодцу люди не ходят. Если в длительный период времени к святителю множество людей обращалось и обращается до этого дней, конечно, не понимают, что это тот святой угодник, который всегда услышит их. Отец Михаил, но есть еще один нюанс. Дело в том, что если раньше нельзя было говорить вслух, ну или говорилось только внутри семьи, или между теми, кто тебя понимает, между своими единомышленниками, сейчас можно говорить все, но есть другая крайность. Когда на многочисленных концертах и шоу, посвященных именно вот этому замечательному празднику, как Дню памяти святого Николая Чудотворца, выходит некий артист, облаченный в одежды святителя, ну и начинает вести концерт. То есть вот раньше выходил Дед Мороз со Снегурочкой, и как-то это нормально. А сейчас святитель Николай Чудотворец. И для верующего человека, знаете, есть какой-то скребок по душе, потому что, ну, как-то рядить святого в одежды, в скоморошье как-то. Ну, просто словом, что скажем, Дед Мороз и Снегурочка – это сказочные персонажи, да, которые дополняют детей и радость. Конечно. Но святитель Николай – это тот человек, который реальный, действительно был в жизни и действительно прославлен церкви и святой. Конечно, популяризации или воспитания можно говорить о святителе Николае, и смотря какую роль человек, который играет роль святителя Николая, ведет. Но чтобы, конечно, святитель Николай уже был просто забавным старичком, конечно, вот, наверное, его не содействует популяризации святого человека, который несет прежде всего воспитание святость души христианской.
То есть вот икона святого Николая Чудотворца, и любой ребенок может подойти и сказать: «Николай Угодник, ну, пожалуйста, сделай там то-то, то-то, или принеси такой-то, такой-то подарок». А вот уже со сцены вещает некто, одетый в священнические ризы, и тут можно даже сказать, нивелируется значение святости. Ну, в всяком случае, я думаю, что в священской ризе вряд ли кто-то будет полностью одеваться. Естественно, поскольку эта одежда предназначена только для совершения богослужения. И когда детки вырастают, они правильно все будут понимать, поскольку воспитание детей, прежде всего, должно сосредоточиться в их же семьях. Если семья верующая, они всегда объяснят, что такое святитель Николай. И когда детки верят, что святитель Николай весь год смотрит за детками и дает подарки тем, которые были послушные и старательные, а дед дарит подарки тем, которые не были послушные и старательные, это и содействует их просто лишь дальнейшему благоразумию и воспитанию. А если ребенок не был послушным весь год, отец Михаил, но тем не менее ребенок остается ребенком, и он тоже хочет получить подарок? Ну, это же поощрение для того, чтобы маленький человек старался. Но он же может обидеться на святого Николая, хулиган, например. В любом случае, если дают не тот подарочек, все равно какой-то подарочек ребенок получает. Это все равно его как-то стимулирует. Потому что детей оставили без подарок, это неправильно. Но если дарят подарок те, которые человеку маленькому содействуют в его развитии, а не только лишь исполняют его прихоть, тогда подарок является полезным. Отец Михаил, и вы настоятельствуете в святой, вы настоятельствуете в Свято-Николаевской церкви, которая находится на улице Фалеевской. Это одна из старинных церквей города Николаева. И каждый четверг читается там акафист святому Николаю Чудотворцу. Обязательно. Ведь в числу не только лишь Дню памяти, как мы говорим, 19 декабря, но также в седмичном круге богослужения святитель Николай наравне со всеми апостолами прославляется в день четверга. И каждый четверг ему положена эта дневная служба прославления апостолам и также святителю Николаю. Отец Михаил, и верующее сердце человека знает, что если с верой обращаться к святому, то помощь будет обязательна. Если на протяжении столь длительной истории люди обращаются и помощь получают, когда с верой обращаются, конечно, она будет. А бывает так, что человек молится об одном, а получает совершенно другое. Мы же не всегда понимаем, что нам надо на данное время и в данной ситуации. Хорошо, отец Михаил, тогда, пользуясь случаем, вот в прямом эфире нашего канала, будьте добры, как правильно обращаться к святому и как правильно формулировать свои просьбы? Святой Николай, дай, или Святой Николай, помоги? Прежде всего, надо, когда человек трудится, обязательно должен трудиться по заповеди Божьей, чтобы Святой Николай всегда помогал. Ведь и дело рук наших Святой всегда исправит. Но человек должен прилагать свои силы в любом делании. Ведь без усилия само по себе ничего не совершается. А вы знаете, ведь святые содействуют нам в спасении, а не спасаются за вместо нас. То есть святые, в том числе и святой Николай Угодник, он содействует нашему спасению, нашему исправлению нашей жизни. Но вместо нас эту жизнь прожить, конечно, он не может. Нет, конечно, да. Отец Михаил, а тогда смотрите, если Бог дарует людям столько милости и окружает их сонмом святых, и вот мы подходим уже к преддверию праздника святого Николая Чудотворца, тем не менее, почему очень часто люди так чувствуют себя одинокими и так много скорбей в этой жизни? Казалось бы, помолись святому, и твои скорби развеются. Нет. В жизни самой земной у святителя Николая тоже было много скорбей, но он умел искру своей любви, частичку своей любви отдать ближнему. И если человек всегда остается открытым для своего ближнего, всегда будет возможность друг друга поддержать. Главное, чтобы люди друг перед другом не замыкались. А вот мы еще знаем, что святой Николай и его основное качество в его земной жизни – это было милосердие, любовь к ближнему. Но есть очень интересная страничка из его жизни, когда он дал пощечину Арию. То есть и святой Николай был
вынужден на такой жесткий поступок? Он был ревнитель вероисповедания своего, и когда действительно слова его не слышали, и Арий, который обладал тоже огромным красноречием, в своей красноречивости не давал возможности святителю Николаю изъявить слова в свою веру, он в порыве ревности за истинное вероисповедание, прославление Господа истинным Богом, конечно, сделал такой поступок. По правилам апостольским он был запрещен в служении, но сам Господь явил защиту Божией Матери, а с тем за то, что он отстоял истину, вероисповедание. То было то время, когда на Первом Вселенском соборе необходимо было изложить самую большую ересь арианства, которая в тот период заполнила всю полноту Церкви Православной. И был очень большой расход. Даже после Первого Вселенского собора, еще длительный период, Церковь нуждалась в врачевании от этой ереси. Отец Михаил, почему на протяжении всей истории Церкви Христовой она пестрит вот такими примерами, как раздирание на ереси, как раздирание на куски? Ну, потому что это борьба. Церковь земная, она именуется церковь борющаяся, церковь воинствующая из-за спасения. И в этом мире присущи соблазны и искушения, в том числе в качестве заблуждений, вероисповедания. Если человек не ищет славы единого Бога, а ищет славы своей, он всегда попадет в какое-то либо заблуждение во своем умысле. То есть борьба существует даже там, где, казалось бы, рассвет и христианство – основная религия, вот как в Византии было, как в царской России. То есть православие – это были государственные религии, но это не спасло эти царства от падений. Все в это время приходящее, и многие империи также были разрушены. Ведь человек не может сотворить идеал. Только когда Господь садится человеку, он может приблизиться к той возможности гармонии, справедливости, любви. Но ввиду того, что не все стремятся к этому, возможно всегда разделение, какие-то либо искушения. Как интересно, и царства рушатся, и народы уходят в небытие. Поэтому Господь сказал, что царство ее не от мира сего. Вот. А имя святого Николая, оно светит, как яркая звезда, уже сколько столетий? Да, с третьего века. С третьего века, и мне кажется, что, может быть, в нынешнее время оно набирает силу. Не только в нынешнее время, а в раньше времена. Ведь множество городов именовано его именем. Селений, как Николаевка, Новониколаевка, и количество даже никому не известно. Но это те имена, которые носит земля, она имя хранит, и это имя прославляет того угодника великого Божия, который является содействием нам, всем людям, молящимся ему и просящим у него помощи на всей истории жизни человечества от тех дней, когда он пребывал на земле и содействовал прославлению Отца Небесного, своим житием, своим словом. И наш славный град Николаев тоже назван именно в честь святого Николая Чудотворца. Да, именно в честь святого Николая Чудотворца. И поэтому и здесь много церквей, посвященных именно этому святому. И много церквей, и в истории он не претерпел изменения своего названия в атеистический период истории нашего Отечества. Ведь многие города были переименованы. И даже в 1938 году прошло решение о переименовании города Николаев в город Верноленинск. Верноленинск? Верноленинск. Ну, началась Вторая мировая война, и это решение не было внесено в жизнь. А решение в Москве уже было, что город должен был переименован в Верноленинск. Как действительно люди думают, люди решают, а на самом деле... А свидетель допустил. Святитель не допустил поругания, и святой город Николаев... Город, носящий его имя, так и сохранился до наших дней. До наших дней, со дня основания. И это, конечно, очень радует. Отец Михаил, и будьте добры, все-таки такой замечательный день, который мы будем... Такой замечательный праздник, который мы будем встречать, это престольный праздник и всех церквей, которые носят имя святого Николая Чудотворца. Что значит престольный праздник? Престольный праздник – это память того святого, в честь которого освящен престол храма, главный престол храма, поскольку есть храмы, которые имеют два и три престола, и более того. Поэтому именуется праздник престольный.
И мы знаем, что именно в вашей церкви, где вы настоятельствуете на улице Фалеевской, там есть замечательная икона, и не одна, да, Святого да, конечно, Николая да. Чудотворца. Есть большая икона, и есть еще икона с частичкой мощей. С частичкой мощей, которая в 99-м году, покой да блажающий митрополит Владимир, посещая город Николаев, эту икону поднес в дар городу. И она всегда в центре храма, с того времени находится в храме. И она, это такая святыня, которая дорога сердцу каждого николаевца. Наверное, кто ходит и николаевец, в церковь. И каждого верующего человека, который может приложиться к частичке мощам великого Владыки Божия. То есть частичкой мощей. А сами мощи святого Николая Чудотворца... Находятся в городе Бары, конечно. А знаете, еще немножечко обидно, что святого Николая так на Руси любят, а мощи его в городе Бары. Дело в том, что уж... Ведь тогда, когда турки завоевали уже Малую Азию и был опустошен сам место пребывания город Миры, мощи находились тоже в Сионской обители, ну, да, монастыря. Чтобы не допустить поглубания. К сожалению, там осталось только лишь 4 монаха, которые не могли его защитить. Но не только барийцы, многие греки, которые бежали тогда с Малой Азии, они сами снабдили 3 корабля, под виде торговца прибыли и с честью забрали эти мощи, перевели. Я думаю, что не без пожелания самого и без воли Божьей, пожелания самого Святого, так все вышилось. Ваше слово к телезрителям, все, у нас уже совсем нет времени. У нас здесь такой великий угодник, имя которого носит этот город. И этот угодник всегда в содействии всех людям, призывающего его помощь во всех жизненных обстоятельствах. Есть правило обращаться к святителю Николаю, который является их молитвенником и ходатайством. И с его помощью многие поколения русских находили защиту, спасение и утверждение земной жизни и также удостоились спасения в жизни небесной. С праздником вас, который мы будем всем вместе встречать 19 декабря, память великого Владыки Божия, святителя Николая. Спасибо, отец Михаил. Спасибо вам, телезрители. И будем встречать праздник святого Николая Чудотворца. Святой Николай, нам помогай. Це була розмова на тему. На все добре.